Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только», и это у нас продолжение прохождения игры «Ведьмак 3. Дикая охота», по счету серии будет 28. Так, мы уже в этом месте закончили, прошли квест «Призрак тракта», можно будет, конечно, награду забрать обязательно. Я могу в итоге найти объявление, нужно такой вот квест выполнить, а? Не нашел. Так, а из этих гнезд что-то я о том глюк... Он сглючил его, что ли? Виверну эту, она просто тупо застряла. Он тупо, она просто застряла в текстуре. Зараза. Так, тогда сейчас помедитирую и восполню все эти... Ага. Потому что... Я, наверное, врага спаю, это врага поблизости. Так, а мне как-то вот так вот тоже нельзя, да? Получается. Да, чтоб дери. Не дату. Ну, ладно, верный сражаться не буду, я гнездо все равно уничтожил. Все, что там, все, что нужно сделал, так что. Нужно так. А мне. Где у меня. Латва. Скакали, в общем-то, нам нужно в деревеньку заглянуть. Конечно же. Разместивший объявление. Ага, так как я само объявление пропустил и нарвался на этот квест. Нароком мы нашли, в общем, людей, которые пострадали от этих виверн. Даже с самими вивернами, в общем, можно было не сражаться, можно было гнезда уничтожить. Гнезда уничтожить и все. И появилась бы королевская виверна. Хотя, смотри-то, если бы я хотя бы со мной не справился, она... вообще нужно было бы с обоими справляться, видимо, чтобы потом из королевской виверны они нам не мешали в битве с ней. Но одна что-то тупо в текстуре застряла. Ну, что ж. Так, куда мне... Ага. Давай. В общем, интересный квест прошли... Что-то мне кажется, может, конечно, нужности пока особо-то... Нет, ощущается, хотя нет, меня быстро могут закошмарить враги. Если я невнимательно не буду еще уворачиваться. О, волки те. Так, вот и деревенька это. Село Беньковое. Что называется-то? А что здесь у вас случилось? С факелом ходите? А, наверное, монстров, конечно, от монстров защищаются. Патрулируют. Такое уже было в первом Ведьмаке. Помню. О! Так, а мне... Доска объявления здесь была? Или не было ее? Так, какое-то новое задание доступно. И плюс еще старое. А, на кнопку будет сходить тоже обязательно. Так, это у нас... Красный стар... Это ведь ты, тот самый белоголовый. Ну да. Мастер-ведьмак, можно вас? Может, у нас для вас работа найдется? Нас тут люди пропали. Похоже, и... я на них наткнулся. В пещере, к северу отсюда. На них напала виверна. Один убит, остальные скоро будут здесь. Вот сука. Зря мы разделились. Не надо было их одних отпускать. А виверна? Вы ее убили? Один? Твои друзья не захотели мне помогать и награды не предложили. Ох, а откуда мне знать, что вы говорите правду? Давай подождем их. Но тогда я возьму больше. А эту? Ладно, не надо. Боги вас покарают, если вы врете. Он же собрал тут с этой... Вот вам. Держите-ка. Виверна от эту. Спасибо. Мог показать. Или он не пока это не надо. Прощай. Так, задание дополнено. Заказ призрак тракта. Ну и выполнено, да? Отличненько. Так, теперь мы поможем. Ух ты, уровень 8. 2 очка доступных. А мне нужно сходить к этому вот. Вот сюда надо. А, хотя. Я ж хотел-то. В общем, не так недалеко, по-моему, находится. Ну, эти вот.
подсолнухи, мельницы, подсолнухи, прям вот ощущается наши родные, в общем-то, такие вот эти все фэнтези это славянские. Так, понятно, куда бежать. Белый волк. Ох ты. Я ждал тебя. Подойди. Здрасте. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. А, ну принесем еды. Что ж. Я принесу тебе что-нибудь. Ага. Какой-то квест получается, ну принеси ему. Так, он вообще отмечается. А кого купить можно? Я нету еды-то. Ага, так. Значит, надо воспользоваться быстрым перемещением и... 90 место. И другую деревеньку сбегать. А где нас... Это... Еще найти бы надо. В карте, хотя... А, ну... Куда, что ли? Сейчас мы быстренько в одно место сгоняем. К этому. Тейнгеры те же вот. Там, по-моему, еда была. В этой деревне. Может, как раз говорил, там яйца, в общем, хорошие, не прокисшие, ну, здесь имеется, не испорченные, не протухшие. Там, не помню, да, есть. Так, где это? А, вот торговец. Так, торговец-то у нас... А, помедитировать надо. Его здесь нету, ака. А, где он вообще купец? А, он спит, естественно. Ну, хотя, естественно, что-то я... А, да, время-то у нас игровое там. Ночью уж, по-моему, там получается. Ладненько, сейчас помедитируем. Понятно, спать нужно же людям. Даже в игре. Все довольно логично. Ой, и ты... А где он вообще? Эй! А куда он делся-то? Ты здесь будешь? Эй! Теперь он исчез. Или он испугался такой. Чё ты друг здесь сидит? Медитирует какой-то. Не узнал его. Или он куда-то в другое место делся, наверное. И на куда он делся-то? Что за... Может еще помедитировать, что ли? Ой, нету ножа. Не надо мне этот эликсир восстанавливать. О, вообще нормально, все, нужен был еще часик. Так, еда, по-моему, какая-то есть? Яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. А, ну другой сказал, ладно. Играть в карты. Чем торгуешь? Мы не будем. Нам нужно. Так, у тебя. О, хлебушек. И вот это. И водичка. Ладненько. Так, больше ничего у него нету. А, надеюсь, отдаст, в общем, для квеста это подойдет. Бывай. Хотя бы это тоже, да. Потому что где мы еще еды возьмем у нас. Выше негде. О, кто-то, в общем-то, ее... А, это они принесли просто... Насловили, наверное, эти вот... Да, это же дикие олени. Овцы. Так. Так, давай-ка. Теперь, в общем, вернемся в деревню. Надеюсь, ему хватит этой еды. А то где нам еще искать эту еду сейчас? Надо, конечно, барону еще вернуться. Кровавому, там, может, что-то есть. Его домик. О, отлично, село Беньковое. А где у нас этот мужик был? Да и там бегал-то. В предыдущем доме какой-то был, типа, посмотрим. Мама где-то здесь. Ага.
Ты у нас не тот? А вот он, Саид ждет. Надеюсь. О, ты вернулся. Так, у меня есть еда. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Ага, к востоку. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Посмотрим, может оно еще там. Прорицатель правду скажет, новое задание. Так, как отправиться там? Найти драконий корень, используя ведьмачье чутье. Получено очков опыта 9. Где это, интересно? А, туда? Это еще ниже, получается. Какой вообще уровень этого квеста? А, недалеко от так-то. Это случай Метали, пещера, где мы... А, вообще без уровня. Это простой довольно получается, значит. Так, Платва, ты здесь? Платва. А, она ждет меня там. Ну ладно. Ну да, в общем, конечно. Нет, довольно все равно все круто смотрится. Видимо, благодаря DirectX 12 у меня игра так тормозила. Разбойник на разбойнике, грабители, сучьи дети. Да ладно уж, мне не нравится, Геральт у нас не разбойник он. Так, ну что ж, поможем этому прорицателю, поскачем. Так, тихонечко, тихо. Никого не задеть мы. Но пошла. Ой-ой-ой. Ой, извини. Мы вас не заденем. Осторожненько проскачем так вот. Ой-ой. Кто его иногда заночит, как тут я не тем кнопкой нажимаю, что ли. Оленю иногда бежит. Ух, красотища, небо так, солнышко. Но... Уровня в Сарита нет, значит, может быть, квест какой-то простой чересчур, что ли. Хотя искать всего лишь какую-то траву. Ага, тупцы. Простенькие. А пещера, наверное, та же самая, что и... Где мы уже были, получается, да? Ага. Кирета, да? Так, у вас здесь весело. Та же пещерка ведь. Я здесь был? Мне кажется, я здесь уже был. У меня такой интерпейс иду, потому что... Тихо. Что там есть? О, какие-то же существа. Нет, не так просто будет. Но они, наверное, не предполагают, что там очень высоко... Ага. Ясненько. Погоди, мне... Придется сражаться, потому что... А, второй уровень всего лишь. О, еще были. Понятно, всего лишь второго уровня. Поэтому так просто. А, здесь какой-то солдат.
Вы убили его. И Сейгули, получается, и Лошадкова пожрали. Бедная лошадка. Что там еще, наверное, есть? Погоди, там что-то еще, реально что-то есть. Ящик какой-то. А, это... Так, трава. А вот трава, наверное, нет. Это дисельская трава надо. А может это... А вот эта трава, наверное, красно помечена. Драконий этот корень. Драконий корень. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? Ага, задание дополнено. Принести драконий корень, прорисать ее. Ну, ржавый нигарский меч. Погоди, нигарский ржавый. Давно здесь лежит, получается. Проржавелась эта меч-то. Давно, что ли? Чего? Мне показался какой-то звук странный. Что такое? Странный звук какой-то реально. Или мне кажется, пещера так звук этот искажает, кажется, как будто какой-то жуткий монстр. Ой, кролик у нас. Кролик решил к нам присоединиться к компанию. Ну, Перли, ты садись. Слушай, ты. Потва. Потва. Пошли. Че, застрял текстуру, что ли? Латва. Че? Латва, ё-моё. Наконец-то, я думал, что-то она застряла. О, трава какая-то. Ох ты ж. Так, ну возвращаемся теперь. Нет, я думал, все-таки это пещера та, которая, ну, где мы были уже. Это получается какая-то другая пещера. Какая-то другая, которой мы не были. Ох, Мишка. Мишка, кать. 12 уровень. Ну что ж, как угодно. Герет, нет, 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 не убиваем. Не надо. Пусть он живет. Надеюсь, в этот раз хотя бы больше не придется. А, это... Голова это виверна, что ли, там нашу? Тяжело было убить это страшилище. Виверна, что ли? Да нет, не тяжело, думаю. Ой, так, мне нужно как-то пройти здесь. А, нормально все, нет? Неплохо. Прямо там. Ну вот и все. О, ты вернулся. О, я принес. У меня есть то, что ты просил. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Я вижу волка. Он придет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса. Да будет так, внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного.
пророчество Итлины. Оставь меня. Иди. Иди уже. Так, задание дополнено. Ну, я думаю, выполнено, да? Ага, задание выполнено. Все, что хотели, сделали. Ладно, очки опыта получили. Так, теперь отправляемся уже на север. Так, следующего порта исслед... А, ну да, исследовать. Вот место, где мы в пещере были. А здесь она внизу была еще какая-то пещера. Ясно. Так, значит, у нас будут эти знаки просто, потом вот эти вот. Потом этот. А, там еще, ё-моё, сколько их? Ну да, полно. Так, ну что ж, тогда пошли. Латва. Так, ты у нас там на месте ждешь? А, где она вообще? А. Чтобы их всех дикая охота забрала. Ну, лучше, конечно, этого и не желать, а то на реальности можешь прийти и всех заберет полностью. Вас всех придет, заберет. Зря она это сделала. Сейчас. Так, у нас 400 с лишним шагов. Ух, долго будем убираться, но ничего. Мы можем, конечно, переместиться по-быстрому, но я что-то не хочется. Мне хочется поскакать так вот, пребываться красотами этими. Но пошла. Ок, кто-то там... Ага. В общем, не то место, где... О купцах, которые говорилось там. Может быть, это не место, то место, которое было, где напали еще на купцов эти вот виверны. Виверн ты тут. Решка лёг там. О? Так. Что-то здесь случилось. Интересно. Много наворовали. Ты что, чудище какое здесь увидел? Нет? Так иди отсюда! Нам ведьмака не надо. А, ну я вижу, где даже нескольких чудищ, вообще-то. Я тут вижу даже нескольких чудовищ. Где? Дремел, ну ты, честное слово, тупее, чем кусок солонины. Он же про нас. Мы-то обычные люди. А вот ты мутант. Приблуда паршивая. А ну-ка, ребята, вали его. Вообще-то уход от роли. Вы что делаете-то? Написано в титрах одно, а вы читаете другое. Ну, и сами справиться-то без проблем, я думаю, справлюсь. Ух ты ж. Магия. Волшебство. Ух ты ж, осторожно здоровьем дарить, а то мне... Ух ты, щитами. Так, понятненько. Знак Арпавра. Куда мы с уровень, интересно? Пятый? А, ну, понятно. Твою мать! И как вы, блядь, не научитесь? Согласен, Геральт, согласен. Ничему не научитесь. И ничему не научится. Твою мать. Молодец, один готов, да? Ух ты ж, ни хрена себе пополам раскирачило. Ну давай, ну. Давай. Щитом, щитом обороняется. Молодец. И никто не так. Не так вообще атаковал. Ну да, немножко надо потормаживать все равно. Ну это, думаю, обычное дело. Бутерброд. Мечи всякие не нужны. Не нужны еда. Сволочи, в общем, побивали здесь всех. О, вот это взять надо бы. Заслужили такую смерть.
Мечи, конечно, можно продать, но... Что-то можно взять, что-то нельзя. Ага, все ясно сами. Так, кого еще там исследовали-то? А, ну это я... Мечи там, да. То есть они всех побивали здесь в деревне, получается. Надеюсь, все-таки... Не те, кто... Ну, кого там, я, в общем, одного мужика там спасли, который оказался на самом деле руководителем бандитов. Которого мы, конечно, второй раз встретили, но отпусти его. А, нет, они, конечно, другие 100%. Так, ну, вообще-то мы скакали... Ой, в общем, мы... Другое место хотели посетить. А, не то нажал. Один, вот, по два. Нам нужно... Да, быстрее. Поехали, поскакали, но нужно другое место посетить. Еды у меня вообще нету. Надо будет прикупить, конечно. Ударный болтов осталось не так прям уж много, на их разумно трачу. Пригождается очень сильно. Хотя некоторые я потратил. Жить там пока двигаться. Корка что мы будем, все равно. Потому что. Все меньше и меньше остается знак вопроса, все меньше этих вот исследованных мест, квестов. Это на сокровище. Так. Придержи. Погоди, что это место такое? А, ну и красовые искал вообще-то. А по рукам? Знак арт. Давайте. Прямо в бошку вообще сносит. Такого-то ни первым, ни вторым дневнике точно не было. Да е-мое. Зараза. Хотел знак арт и впустую использовал. Так, ясненько. Ух ты! Тихо-тихо. Все. Так, ясненько, берем меч. Пока мечи, по-моему, у нас целые. Более-менее. Кто у нас чинит, в общем-то, их? Ага. Так, письмо. Драбик, слушай сюда, тупой мудак. Если будешь держать добычу у всех на виду, она у нас надолго не задержится. Ты что думаешь, кроме нас тут нет разбойников? Ну ты там, может, и так и думаешь, я знаю, что ты болван. Так вот, что я тебе скажу. Нет, есть другие. Так что будь хорошим мальчиком, перепрячь добро в такое место, где только мы с тобой сможем его найти. Иначе тебя вкусно так надеру, что она покраснеет, как арбуз. Метод Ки. Ага. Так, позови меня чуть еще, чтобы найти спрятанные ценности, о которых говорится в письме. Ага. 74 недалеко место находится. Топорик мне не нужен. Валиться тоже. Продавать, конечно, можно, но... Так, самбирский спирт возьмем. Небольшой такой лагу бандитов. А, куда-то, в общем-то, туда, получается. А, ну, в общем-то, тогда мы сюда потом отправимся. В общем, дела пошли так-то в гору, благодаря тому, что мне игра перестала тормаживать. Нет... Тихо, 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 тихо. Снимать, снимать, сейчас меня убьют. Снимать. Ох ты ж. Ух. Готово. Ну да, что-то уже теперь... Я все равно игры сложновато, она дает какой-то экспириенс.
И так просто бывает не победить этих монстров, меня могут ушатать, если я внимательно не буду. И уже верным было довольно интересно. Так, нет, меч. Меч этот не убирай. Черт, мне этот. Это здесь тайник какой-то должен быть. Интересно. Там пещера не должна быть здесь быть. Может, проходит какую-то пещеру. А может быть, просто прятали его вот так вот. Это между этими вот. Чего-то здесь нет, ничего нету. А, вот я вижу. Все ясно. Задание на всего мира, задание дополнено. Все выполнено, ага. Так, ну все, мы здесь все исследовали. Так, здоровье нет, черт, пополнять придется ласточкой. Не думаю, сейчас в каком-то месте сохранюсь. На всякий случай. Отлично. Направимся уже тогда к следующему пункту назначения. Так, ладненько. Так, нас в общем-то... Ага, понятно. Так, ну что ж. Надо отправляться в следующее место. Где у нас Платвата? Очередной знак вопроса исследовать. Так, где у нас там? А, 111 шагов. Так, туда, видимо, какой-то квест. А, дела семейные. Где же это место? Однако просто. Да, по-моему, два сразу подряд они находятся. Ой, куда ты? Так. Недалеко, по-моему, нахожусь, да? Кажется. Угу, там еще один. Еще один. Это надо место, где явления были, видимо. Может, какой-то еще квест там будет. Ох ты ж. Извини. Я тебе сейчас это... Давай. Ну давай. Ну давай, ну чё ты меня атакуешь-то? А ту? Ничего не атакует. Сколько тебя должен ждать? Не хочешь? Ну как хочешь. Нифига себе, брони. Да, согласен. Чё-то вы не научитесь никак. Василь, то быстрее. То ловче. Да, система добивания тоже. Разнообразная. Так, ой, эти... Это льгули, что ли? Ох. Гули уже появились. Тут здесь один, что ли, был тут? Девятый уровень? Твою мать! Так. Так, я что-то не пойму, здесь вот... Хрен! Нет. Так, я там, слава богу, по-моему, игру сохранил. Вот это неожиданность. А что он там один был? Там, получается, что ли, этот один стоял, бандит? Значит... Да. Ну вот, могут убить даже сейчас вот. Гули довольно, в общем-то, более высокого уровня, почему мы были. И они нас быстро сняли здоровье. А у меня потому что еще мало здоровья было. Так что... Да, брони у меня, в общем-то, для починки этих наборов у меня нету. На броне только... Хотя можно и у этих починить. Перемещаться туда. Вот. Добавляться к броникам этим вот. Мастерам этого ремонтного дела. Ага, что-то мне. Что, снова началось ли? Да нет, просто. Ну вот иногда все равно может быть. Так, лошадка у нас где? Мы там, по-моему, нашли тут. Да ведь. Дукты исследовали. А, ну все, да, здесь сохранял. Ладненько. Так, вот вам. Ну что ж, поскакали, посмотрим все-таки, что там.
было такое на этом месте. Олени, рогами там, что-то всякое, кролики. Ну что ж, как угодно. Чего? А что такое? Ни хрена себе, глава глазы? Ох ты ж, 11 уровень. Так, а я просто не нарвался на головоглазы. Помни, я тебя помню. Понял ты ход этого. Логово-то Йорвита в втором ямаке. Ну нафиг, я... Я, конечно, с тобой хочу посражаться с ними. Хотя опыт, наверное, наберем. Но я попробую сейчас это... Все-таки то место исследовать. А, если это были... Понятно, что... Ясно. О, какие бы красные какие-то стали. Чего такие все красные? Красные, это смущаете, что ли? Хотите, чтобы вас таких видели? Твою мать! Твою мать! Черт, бери. Черт, бери. Ух. Я что-то он не вынес. Мне здоровье-то осталось. Так, иди последний. А, вот еще один гуль. Да погоди ты. Успокойся ты. Да успокойся, что-то ко мне прицепился. А, там бандит что-то храняет. Да е-мое, гуль. Иди разберись с ним. А твою мать, а ты жесть меня. Что-то не пересобачился-то. Ты что, медом намазан, что ли? Да вен, твою мать. Нет, здоровья-то маловато. Вот тихо хардкор. Насчет 9 уровень, конечно, не дам крепкие. Черт, дери, отвяжись от меня. Надо помедитировать. Не надо помедитировать бы надо. Вы. Ставить эликсиры. Да не так. Во. Все нормально. Так, все берем. Пошли валить этих гулей. Где там этот гуль был? Где гуль был еще один? Дайте мне его. Куда он делся? Иди сюда. Твою мать, нифига себе, меня вынес. Да. Как это вообще быстро он меня разнес-то в куче? В требуху. Снова сатаниста. Значит, надо быстро идти. Ну, эликсиры. Ну, да, пора. В общем, рано или поздно нужно было. А то как-то бессмертие. Давно надо, в общем-то, уже обмирать немножко. Так неинтересно. Так, мне надо лазочку восполнить, помедитировать здесь прям-то. Так, плотва, отойдите. Иду помедитирую. Так, восполним. Ласочки. Да, накер, ты откуда взялся? Эй! Ты куда делся-то? Че у меня здоровье? А! Ясно. Плотва. Плотва. Отскакали. Ладненько. Так, после смерти, наверное, не вместе восстановятся эти вот убитые гули-то. Или нет? Там что-то непонятно. Там то ли сирене, наверное, бандит один только мешает. Плюс еще гули, наверное. Ну да, вон там гули. Все, поехали. Так, вен. Давай поставим как квен.
Пули восстановились, да? Повешу твою башку у седла. Ну да. Ну давайте. Задумайте. Хотел это. Бесились, ё-моё. Да твою мать. Да твою мать. Да. Убери. Убери. Да. Куда побежал-то? Ух. Какие они быстрые-то оказались. Может, еще где-то гуль был, по-моему. Но мне кажется, все-таки это место. Да, погоди, по карте посмотрю-ка я. Нет, какое-то сокровище охраняемое. Может, бандита, может быть. Значит, все-таки это не то, что я думаю. Значит, это... А, вы... Что-то на лошадь напал, что ли? Ты мать! Да, тихо. Ох, отлично справились. И, в общем, на издыхание. Когда чуть-чуть стало за счет до смерти. Мы еле выжили. А, этот бандит, наверное, как раз охраняет этот. Ну, что-то он тут стоит как копанный. То ли он глюк, немножко глюканул. Что он здесь делает-то? Ладненько. Так, и не меня на месте. Вот он. Глюканутый, не знаю, что-то мне кажется. Промазал. Из арбалета. Ну, что с тобой делать-то? Тебя огонь вообще что-нибудь берет? Что показываешь? Вообще-то... Вот ты как глюканутый, наверное, реально. Тебя огнем вообще можно брать. Какого? Фигасян. Крепкий. Еще можно сдаться. Ну да. Он сдаваться не собирается вообще. Ну как хочешь. А он нереально не сдается. Что-то он какой-то продут. Так, может это Арном попробовать его? О! Падает! Во, хорошо. Так, где у нас это сокровище охраняемое? Где-то здесь вот. Так, знак какой-то там не стоит. Здесь, что ли? Пойму, что показывает. Может, какой-то проход тайный должен быть здесь. Так, меч убери. Да уж, понятно, здесь было там. Охрани бы их всех. Черт, как-то. Поймать, извините. Какого черта? А что здесь-то там искать-то? Там дальше что-то. Не очень понятно. А-а-а. Так, может быть, здесь что-то. Это считается. Тут не лезь ты, Геральт. Пустись. Вряд ли здесь что-то. Какой-то проход, может, тайный должен быть. Здесь, наверное, вряд ли.
А здесь что-то не пролазит. Да нет. А, так, я вижу. Так, знак арт. Угу. Вот она, подземная-то. Ага. Кто-то здесь, в общем-то... А кто это такой? Ключи сундука сокровища, пятая записка. Почитаем. Ваши солдаты нашли или чужие, не знаю, уже не важно. Я услышал, как они ведут по большаку. Подвал не может не заглянуть. Ночью не убивали и насиловали, я слышал. Не знаю, надеялось, удалось ли еще кому спрятаться. Может, и никому. И когда на минутку открыл дверь, видел, как они вытащили Антося. То спрятался в поле в стогу сена, в котором он закопал свои вещи. Его забили цепом. Потом услышали, что я внутри. Я не открыл, думаю, они меня сожгут, живем, как тех, что спрятались в амбаре. Они только захлопнули двери, чтобы тебе подольше подыхать. Желали. Потом сели на коне, и теперь все тихо. Слышно только мох, который слетелись на трупы. Я попробовал повыбить дверь, подкопаться, не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы ограбить тела. Уж не знаю, чего там брать. Должны быть рубахи и портянки. Я звал на помощь. Не ответили. За ними, наверное, придут только гули. В итоге пришли гули. Он... Так, новое задание загнали пулами. Используя мяч сетё, смотреть место вокруг погреба, где открывался умерший. А там какой-то ник, наверное, о котором говорил. О, акагист. Так. Ну. Ну ладно, возьмем. Видеть, что есть. Ему все равно не понадобится. Да, бедолага. Не успели мы. Извини. Если бы Геральт быть раньше бы оказался, то думаю, он помог тебе. Хотя бы его спасли бы от этих, видимо, тоже засожгли кто-то. Только непонятно, видимо, не бандиты, не тот бандит, который здесь был. Он просто что-то там делал, непонятно, что конкретно. Почему он здесь один вообще был. Да уж, черт побери. Сожгли всех просто. Сволочи. Так, где ты здесь, значит, получается, да? Там кто-то еще обитает. О, а это мед, что ли? Ага. Так, игни. Лошадки у нас поблизости нет, он не пугается. Так вот, мне там пригодится. О, вот это Resident Evil 4 играет. Ага, понятно. А я еще здесь... Где мне найти этот... тайник? Ну, точно не здесь проход. О! Ага. Искал, в общем-то, кто ищет, тот найдет. Ах ты, что здесь такое-то? Задание выполнено из огня в полыми. Так. Можно еще попробовать. Все-таки потом. Звук. Так, ну это регулировать, конечно, можно еще. 50% сделать. Ох, мне кажется, вес много, да? Пока знак красный. Ага. Перевалил, в общем-то, за вес довольно сильно. Так. Какой уровень нужен-то? Пятый? А, тут можно поиспользовать. Так, проверим, сравним. О, лучшая броня. Кираса из Магдейра. Лучше, чем моя. Ну, давай заменим тогда, что ли. Они тоже, наверное, да? Лучше. Ага. Так, и что там еще? Ремонтник брони. Оружие куча всяких, которыми... Анафема, серебряный меч, Марик, он лучше даже будет. По количеству урона. Его прокачать, если. Ясненько. Тоже три этих можно поставить. А это что, на стальное оружие? А вот это тоже лучше. Меч серебряного города. Плюс 97 по урону. И оно лучше. Можно прокачать тоже. Какие, конечно, характеристики, но... Да, поставим. Сейчас прокачаем его. Давайте продадим вот. Надо только будет добраться до Гоа, в общем, до этого какого-нибудь населенного пункта. Так, что там поставить можно? На броню, например. На броню у нас вот эти. Ирдена, Мощакси, Мощигни.
Мощь Квена, конечно, ему неплохо. А я хотя и не чаще пользуюсь, так что... Вот так вот. А, сюда еще можно. А это Квен, например. И еще Игни. Вот так вот. Меч у нас там. Можно поставить мощь знаков. Так. Получить адреналин. Так, что-то. Вызвать заморозку. О, а если мне... Так. Шанс убить из равновесия. Пробитие доспеха. Хотя против-то надо было, наверное... Врагов-то, монстров, доспехов-то нету. Ух ты, какая у него броня вообще стала. Заря я поставил серебряный меч-то. Доспехи у врагов нету. А интересно, каким там шипы, я не знаю, считаются? Хотя шипы-то они... выбрать из равновесия. Вызвать горение. Вот так сделаем. Так, что там еще есть? Это мне еды нет, по-моему. Есть, конечно, куча всего продать можно. Алкогист. Только. Где мне алкогист? Куда алкогист делся? Так, алкогист. Где ты? А, 18 штук. Угу. Так, и что там еще есть? А, у меня еда-то есть. О. Сюда поставим. Так, и еще вот сюда. Вот так вот, еще еда есть, набралась. Так что мне более-менее нормально. Так, водички и съедим немножко что-нибудь. Вес, конечно, мне бегать теперь не смогу. Так, ну что, все мы нашли здесь. Отправляемся к этому теперь месту, потом следующие два. Так, и значит, где у нас лошадка? Мне вес надо как-то скидывать, продавать что-то явно. Так, лошадь, ты где? А, все. Но... Ну что, по лошади поскачем? А, хрен тебе. Я думал, перепрыгнуть как-то получится. Наверное, гнездо. А, лагерь бандитов. По сеткам его, суп насыта. Готово. Куда пошел? Ух ты, заморозка, Марика действует, действует. А если Акси попробовать? Чинить ее немножко. Марика заморозка его заморозил немного. То есть действует все тет. Ух ты ж. Броня еще красивая такая. Надо ногу попробовать попасть. Есть. А, щит попал. Ух. Ой, зачем я взял дубинку? У меня веса так полно. Черт. Надо выкинуть все эти. Или продать вот тут. А то сейчас бегать вообще не смогу. О, ударный болт. Мне нужен. Так, и капкан здесь. Но мне это не надо. Так, и где-то еще помрак какой-то был. Ага, лучник. Вот это взять можно. Весы, конечно, просто завались. Как в деревне добраться бы. Хотя, нет, сюда можно попробовать сбегать. Надо тогда будет сейчас... Но, в общем, как-то надо это исследовать вот этот. Вот так вот прибежаться вот. К деревеньке ты. Так, мостик у нас есть. То мне сейчас веса просто не хватит. Пошла. Так. Кого-то монстры что ли зарубили? Ладно. Какой-то мост там есть. Так вот и мост. Можно на лодке, конечно, добраться, но можно и так плавить без лодки. Все, в общем-то, спецпоспы хороши. Можешь пешочком,
Можешь на лошади, можешь на лодке, можешь через воду, то есть через воду, и либо... Ух ты! Так, подержи. Либо просто вплавь сам, без лодки. Какой хочешь спуск, такой убирай. Этим, конечно, играешь шикарно. Я согласен, что, в общем-то, игра просто, наверное, самая лучшая часть. Ну, там первый Ведьмак тоже отчасти все-таки намного лучше. Если бы здесь, конечно, осталось некоторые мелкие моменты, что были в первом Ведьмаке, а я, может, даже сделал игру еще лучше бы. Так, погоди-ка. Волки, что ли? Собаки. Пошла. А. О, готов. Хорошо. А, посередине нужно освободить. О, еще утопция, значит. Ну че вы там это? Включайте, переключим. Присоединяйтесь к вечеринке. Вы че? Вечеринку не видели, что я здесь устраиваю. Ох, ты ж, как они быстро-то меня. Так, хорошо. Твою мать. Готов. Ну и все. Мы деревню освободили. Сейчас вернутся все те. Здесь раньше жил. А, нильфгаардцы даже. Не только местные, еще какие-то деревенские ночуют. Либо это просто не надели броню, которую взяли у сумерших этих погибших. Пристань в сполох. Броня, конечно, шикарно на нее смотрится. Так, очки опыта. Ага. О, здесь как раз можно и... Ага. Я не понимаю ваш этот... Динамский или немецкий, в общем, язык. Извините. На русском говорите. Вы изъявляетесь. У меня же торговец здесь вообще-то. Здесь есть торговец какой-нибудь? Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Это правда? Торговцы здесь вообще есть? На карте посмотрите. А то что-то торговцев так и нет. А, так, я что-то там не исследовал. А, это еще, погоди, там еще... А, там же два знака, там еще какое-то сокровище. Хранимое, видимо. Ясненько. Я тут, конечно, хотел найти торговца. Ты же этого так не оставил. Пойдите к черту. Черт, кому-нибудь продать-то что-нибудь можно? Торговца-то нету. У меня веса-то, что-то берем много. Так, я, конечно, хотел... Ладненько, я побегу немножко. А, бежать-то нельзя. Я не могу бежать. Пристань любовников, отметка. Пристань любовников. Хорошее название. А торговцев здесь нет, так реально, что нет. Значит, придется выкидывать эти вещи. Хотя бы... Так, давай, погружайся. Мечи лишние не нужны, которыми... Эти всякие вот... Их продавать не хочу. Вот это можно продать, а вот всякие ненужные топоры ведь эти вот. Не хочу что-то скинуть. Это что там? Нафига мне надо? А, вот это. Это сломанный арбалет, что ли, сломанный? А вот это уже выкинуть бы надо. Это все равно не скидывается, да? Надо что-нибудь продать точно. А то и так вообще. Пам-парам, да, пам-парам. Это здесь, что ли? Придется сейчас дать ему как-то прыгать. О, что там такое? Ох ты ж. Так, нырнуть. А, это. Здесь что-то они валяются, но я выбирать можно. А, сломанное весло мне не надо. Я вообще-то искал что-то другое. Ну да, быстро мы плавать не умеем. Потому что. О! Погоди-ка. Что-то я вижу. Вот он.
Неотправленное письмо. Да благословит тебя Миритель, Нитель, а в том сундуке что-то там не везла. А что-то мне дал отвезти. Там было что-то нибудь ценное, а то так приключилось, что сундучок этот выпал из лодки. Только его и видел. Пробовал его выловить, но там не какой-то лихо живет, должно быть. Ну как раз я сеть закидывал, вынимал порванный. Может, я смогу себе это как-то компенсировать? Например, с скидками за будущие доставки, вложением Виллих. Несчастный случай. Оквиз, да? А, прямо здесь искать. Значит, надо. Если, конечно, тебе продать бы что-нибудь. Придется, значит, таки понырнуть вот так вот. И искать. А, там я вижу, кто-то есть. А, блин. Получай. Арбалет, в общем, под водой очень эффективен. А вот я вижу уже то место, которое мне надо. Да, в общем, исследовать. Задание выполнено, несчастный случай, все отлично. А ну здесь, посмотри, ты смотался, что ли, он струсил, который меня увидел, наверное. Прослышал, в общем-то, здесь, оказывается, Геральт есть. И он опасен очень, если его потревожить. Так, как вампир сюда выбраться, интересно. Все, объехать мы не можем, да. Придется искать торговца где-то. Деревеньки. А, вот деревня Ворник поблизости. Перезнаком. Следует еще остается. Так, плотва. Ну давай попробуем. Блин. Поищем себе приключение на жопу последний раз. В серии. Хотя, может, серия заканчивать уже время-то. Довольно немало. Так, ну ладно, тогда мы... Тихо. Тогда мы сейчас и закончим. Сейчас только доберемся до этого знака. О, я другой знак исследовал. Альгули. Да я помню, что мне надо делать. 13 уровень. И 8, да? Ладненько. Сохраниться, конечно, сейчас не дадут, да? Так, они, интересно, забудут? Так, Игни. Орик, горит он. Давай. Какой-то альгуль опасный. Ясненько. Так. А он готов уже, да? Я его добил. Быстро. Сколько там всего? Ух ты ж. А, вот, видимо, тот, который... Сокровище, наверное. О, какие шипы-то нет. Видимо, это то, что я искал, да? Чё, у меня уже вес просто завались. Ладно, в общем, в этом месте мы до данную серию закончим, который будет по номерам 20, по-моему. Я вспомню, какая еще. А, в общем, 28. Увидимся 29, где продолжим исследовать эти локации. Уверен. Да, исследовать знаки вопроса, которые там, ну, пока что остались. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без мата оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи! До скорой встреч и всем пока. До скорой встречи.